Україна на порозі дефолту, вважає Андрій Ларіонов. Причина цього, на думку експерта, дефіцит українського бюджету, який зараз становить близько 15% ВВП. Як наслідок, швидкими темпами скорочуються валютні резерви. Єдиний вихід, каже Ларіонов, радикальні реформи. Українська влада має переглянути політику державних витрат, а саме глобально скоротити кошти на соціалку. Порядка 2/3 нынешних государственных расходов не должно осуществляться через государство. Должна произойти глобальная, радикальная реформа государственных финансов. Только в этих условиях у Украины появляется шанс на устойчивое экономическое развитие и на получение необходимых ресурсов для того, чтобы противостоять, в том числе и той агрессии, которая против Украины осуществляется. Як саме треба проводити реформи в Україні? Чи потрібні нам міністри-іноземці? І чого чекати від Путіна найближчим часом? Про це сьогодні Андрій Ларіонов розповів в ексклюзивному інтерв'ю нашому каналу. На жаль, за браком часу екс-радника Володимира Путіна він не зміг прийти сюди на прямий ефір. Спілкувалася з ним Тетяна Чудаківська. Андрій Ніколаєвич, вот ваш рецепт избежания дефолта в Украине понятен. Это урезать социальные выплаты и энергетические субсидии. А вам граждане скажут, вот простые украинцы, а может быть лучше начать из сокращения государственного аппарата, а с ним и сократится сеть коррупционная, ведь коррупция одна из самых больших проблем украинской экономики. Вы знаете, вы процитировали либо не меня, либо точно, не точно меня, потому что мой рецепт совсем другой. Мой рецепт заключается в том, чтобы сократить бюджетный дефицит, и точнее ликвидировать его. Бюджетный дефицит в Украине сейчас составляет порядка 10% ВВП. Это примерно 2 миллиарда долларов ежемесячно. А при наличии валютных резервов чуть больше 12 миллиардов долларов, это вопрос буквально нескольких месяцев, когда резервы могут опуститься до уровня либо нулевого, либо недопустимого. И тогда дефолт станет технической реальностью. А поэтому нужно сокращать действительно расходы, но сокращать надо расходы самые неэффективные. Прежде всего, энергетические субсидии, которые составляют порядка 10% ВВП. А среди социальных расходов огромные расходы идут, огромные средства идут на пенсии бюрократическому аппарату, в том числе и тому, который ответственен за такое состояние украинской экономики. Скажите, а как быть самыми незащищенными слоями населения? Ведь на них это отразится в первую очередь. Если вы посмотрите на то, как распределяются социальные выплаты, то меньшая часть достается незащищенным, а большая часть достается самым богатым. Поэтому прежде чем осуществлять социальные выплаты, надо посмотреть, кто получает эти средства. Те, кто не может зарабатывать сам, но находится в самом тяжелом положении, те должны быть поддержаны в любой ситуации. Те же, кто может работать, кто является состоятельным, тем пенсии давать и специальные выплаты осуществлять не стоит. Вот один из рецептов экономического роста, озвученный в Украине, это министры-иностранцы. Как вы относитесь к этой идее? И как вы считаете, какие страны могут делегировать нам подобных менеджеров? Ну, этот принцип неправильный. Потому что критерий не то, что какой паспорт находится у человека, с таким гербом или другим, с таким флагом или другим. Главное заключается в том, является человек специалистом, является ли человек профессионалом, является человек честным, а стремится ли он к тому, чтобы обеспечить преодоление кризиса и обеспечение экономического роста для Украины. Собственно, о честности идет речь, о том, как эти люди проявили себя у себя в странах на постах аналогично. Поэтому надо смотреть каждого конкретно. Когда вы приглашаете доктора лечить ваших родителей, вы не спрашиваете, какой у него паспорт, вы спрашиваете, сможет ли он провести тяжелую операцию и спасти вашего близкого человека. А какие сферы все-таки стоит им доверить, а на какие лучше не пускать? Еще раз я говорю, если вы заинтересованы в спасении пациента, то вы не спрашиваете того, какие у него документы, вы спрашиваете, каковы его профессиональные качества. И если профессиональные качества позволяют, то нет таких сфер, в которые вы не могли бы допустить, особенно в те, которые являются наиболее важными, жизненно важными для Украины. Теперь... А вы бы взялись, вам предлагали? А мне не предлагали. Очень интересно. Скажите, пожалуйста, вот вопрос, который, наверное, волнует наиболее украинцев. Сейчас это война. Вы долгое время работали с Владимиром Владимировичем Путиным. Вы знаете его как личность, как человека. Он имеет план относительно вот конфликта на Донбассе или он действует по ситуации?
Конечно, у него есть план, но у него есть план не только относительно войны на Донбассе, у него есть план относительно установления контроля над Украиной. Донбасс лишь один из небольших инструментов, который используется наряду со многими другими. Наряду с Крымом, наряду с экономическим давлением, финансовым давлением, санитарным давлением, коррупционным давлением, дипломатическим давлением и так далее. Это различные инструменты, используемые для достижения главной цели – установления контроля над Украиной. Сейчас очень часто говорят о возможности полномасштабной войны. Рискнет ли развязать ее Путин? И если да, то какое время сочтет наиболее благоприятным? Это не исключено. Но в том случае, если в Украине произойдет дефолт, серьезный экономический кризис, то тогда произойдет и политическая дестабилизация, и та социальная дестабилизация, о которой вы спрашивали. И тогда может не потребоваться полномасштабная война, потому что тогда коррупция изнутри Украины, неэффективность украинских властей, неспособность справиться с экономическим кризисом сделает то, что не сделали военные. И что для этого не потребуются танки и самолеты. Это смогут сделать не зеленые человечки, а зеленые бумажки. А как вы думаете, нынешняя власть способна все-таки к реформам и победить коррупцию? Пока предшествующие 9 месяцев не дают больших надежд для оптимизма. К сожалению, это время было использовано для чего угодно, но не для принятия необходимых мер. Все чаще оба президента имеют телефонные звонки, и даже премьеры между собой общаются. О чем они говорят вот в этих своих личных разговорах? И можно ли говорить о том, что они пытаются договориться? О чем? Когда в Украине погибают люди, оказавшиеся в котлах под Иловайском или в каких-то других местах, мне не совсем понятно, о чем можно договориться в этой ситуации. Это не о означает, том, как разрешить конфликт и при этом не потерять лицо. То есть главная задача – потерять лицо, а не потерять людей. Может быть, для некоторых лидеров можно расплачиваться жизнями украинских патриотов. Как вы думаете, о чем они говорят? Я не знаю. Мне кажется, украинское общество имеет полное право потребовать от своих лидеров отчет о том, о чем они говорят. Это прежде всего обязанность для украинцев знать, о чем говорят их лидеры. Спасибо вам большое. Пожалуйста.